Всем здорово, ребята. Ну что, есть новости, но не факт, что они точные. На английском форуме запостили картинку с... Сейчас я вам ее даже постараюсь показать. С... Не факт, что точная инфа, потому что, судя по тому, что там просто вырезка, посмотрим, как оно будет, так или не так. Вот такая вот есть картинка. Поставлю ее. Если рассмотреть, она реально, скорее всего, что просто фейк, потому что видно, как обрезали и вставляли. Вот даже я сейчас сделаю вот так вот. Видно, очень хорошо видно. Можете зайти на английский форум, скачать, посмотреть, что вставочка. То есть не факт, что это так, но вот эти вот плюхи нам дадут дополнительную возможность покупки в шопе, гильдейском магазинчике. То есть, видите, их можно получить за счет улучшения смотров гильдейских, за счет их прокачки. Вот так вот. То есть можно прокачивать, за донат получать, ну, смотря как там, 10-20. Вот, а можно, так, я не знаю, там видно вам, не видно было, можно, так, будет получить с битвы гильдии атаки фортов, ну так написано, также изменят награды, давайте еще раз покажу, также изменят у нас награды. Вот отсюда они получаются. Также изменят у нас награды на экспедиции. Ну, так написали. Не факт, что это будет точно. Единственное, что точно поменяют награды на рынке, на базаре. То есть администратор написал это с тайваньского форума. И насчет волны новой АК, то есть Джей, или будет она, или не будет, тоже узнаем. То есть, возможно, будет новая волна АК. Посмотрим. Пока тоже неизвестно. Также написали, что поменяют в экспедиции награды и плюшки лучше сделают. Ну, а в прошлый раз они нам тоже обещали очень много изменений, но в итоге у нас, к сожалению, ничего не поменялось. Добавили два героя всего лишь, а так ничего не изменилось. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете по поводу волн, кто на какой волне застрял, и я думаю, будем на Тайване пробовать все-таки проходить Аджей волну. Для того, чтобы потом попробовать новую, если она будет. Все, всем удачи, всем пока.